Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Джан Яман и Азге Гюрель снова вместе в новом сериале. Несколько минут назад я прочитал новость о сне в группе Facebook, посвященной золотой паре Джан Яман и Азге Гюрель. Джан Яман и Азге Гюрель. Они, вероятно, скоро снова будут жить вместе. Вот что было написано в группе Facebook, посвященной паре турецких актрис. Я прочитала это в испанской и турецкой газетах «Анализе Дей» и надеюсь, что это всегда правда. С подтверждениями. Фарук Тургут сообщил хорошие новости, пара мечты снова вместе. Продюсер Фарук дал особенное интервью газете «Мелиет», решение суда, как ожидается, последует за ним лично, за исключением сериала «КС». Самая популярная пара мечты в Турции и мире, и говорили, что готовы к новому летнему сериалу, и каждому нужна пара мечты в главных ролях, все думали, это программа. Нет. Возможность Азге Гюрель и Ямана снова стать парой. Поклонники пары явно обеспокоены. В настоящее время мы ожидаем дополнительных согласований. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Джан Яман и Азге Гюрель снова вместе в новом сериале. Несколько минут назад я прочитал новость о сне в группе Facebook, посвященной золотой паре Джан Яман и Азге Гюрель. Джан Яман и Азге Гюрель. Они, вероятно, скоро снова будут жить вместе. Вот что было написано в группе Facebook, посвященной паре турецких актрис. Я прочитал это в испанской и турецкой газетах «Анализе Дей» и надеюсь, что это всегда правда. С подтверждениями. Фарук Тургут сообщил хорошие новости, пара мечты снова вместе. Продюсер Фарук дал особенное интервью газете «Мелиет», решение суда, как ожидается, последует за ним лично, за исключением сериала «КС». Самая популярная пара мечты в Турции и мире, и говорили, что готовы к новому летнему сериалу, и каждому нужна пара мечты в главных ролях, все думали, это программа. Нет. Возможность Азге Гюрель и Ямана снова стать парой. Поклонники пары явно обеспокоены. В настоящее время мы ожидаем дополнительных согласований. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.